История с загадочной отставкой экс-акима Тарауской области Бергея Рыскалиева получила новое развитие. Сегодня портал Гульжан.орг вновь распространил информацию, в которой продолжает настаивать, собственно, на прежней версии. Правда, на сей раз источники издания в Генпрокуратуре сообщили, что бывшего главу одного из нефтеносных регионов страны арестовала финансовая полиция, и сейчас Рыскалиев находится под подпиской о невыезде. В настоящее время вопрос о санкционировании ареста экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева по подозрению в коррупционных преступлениях рассматривается судом. Создана специальная оперативно-следственная группа, которая выезжала в регион и получила подтверждение о фактах хищений, коррупции, рейдерства и прочего, совершенных окружением акима Бергея Рыскалиева, которым, возможно, причастен и сам бывший аким области. Между тем, силовые структуры держат оборону. МВД и Комитет нацбезопасности уже опровергли факт задержания Рыскалиева, а его прежняя команда в акимате Атырауской области продолжает терять бойцов. Сегодня информленты сообщили, что подал в отставку заместитель главы региона Булат Даукенов. При Рыскалиеве он был его первым заместителем. Официальная причина в связи с переходом на другую работу. К слову, версия ухода с поста самого экс-акима была несколько иной по состоянию здоровья. Однако сегодня его родной брат, мажилисмен Аманжал Рыскалиев, в интервью одной из региональных газет сообщил, что его родственник находится в плановом отпуске и отдыхает в Боровом. Опроверг он также слухи о своем исчезновении в связи с арестом брата. Заявляет, что никуда не сбегал, все это время находился на парламентских каникулах и готовится к новой сессии. Я не понимаю всего того, что пишут про меня. Я не понимаю, кому это надо. Кто-то это организовал, но не могу понять, зачем. Пишут о различных компаниях, якобы связанных со мной. Но я абсолютно никакого отношения не имею. Мне и оправдываться не в чем. Еще раз повторяю, я никуда не уезжал и не собираюсь уезжать.